Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Инстаграме новый ролик. В коротком видео Лобода ловит букет невесты на свадьбе своей сестры Ксении, очень этому радуется. Вот такой сюрприз, подписала ролик артистка. Фолловеры певицы решили, что согласно примете, теперь сама Лобода должна выйти замуж. Это знак, комментирует фото Яна Рудковская. Ждем мать, пишет певица Глюкоза. Наконец. Не скрывает радости продюсер Лободы на тело Крапивина. Другие подписчики добавили, что это видео – намек лидеру немецкой группы Rammstein Тилю Линдеманну, которому приписывают отцовство младшей дочери Лободы. Ранее Лобода показала фото со свадьбы.